списке зарегистрированных кандидатов в новый состав Общественной палаты Ленинского района 76 человек. Каждый пришедший мог ознакомиться с кандидатами, многие из них присутствовали на голосовании и сами рассказывали о своей деятельности и планах ее развития. Благотворительный фонд «Родина наш дом». Я его возглавляю 5 лет. Вот, успешно работаем в регионах. Переехал в Ленинский район жить. Хочу весь богатый свой опыт, работа с детским качеством жизни применить в Ленинском районе. Мы будем стараться популяризировать наше экологическое просвещение, в первую очередь, и лучше проводить занятия в школах, больших количествах школ. На данный момент мы только пока с одной работаем школы. В детские сады постараемся найти подход. В списке для голосования из 76 кандидатов можно было выбрать любое количество, но не более 30. Данное мероприятие именуется «Выборы». Однако таковым оно не является, так как по итогам голосования будет составлен лишь рейтинг кандидатов, который будет учитываться при формировании нового состава Общественной палаты Ленинского района. По итогам мы готовим протокол, сколько человек проголосовало, сколько бюллетеней испорчено, и отдаем это все в Общественную палату Московской области. То есть мы подсчетом голосов, подсчетом сегодня не занимаемся. Выбирать и утверждать членов в новый состав Общественной палаты Ленинского района до 31 мая будут в равной степени губернатор Московской области, областная общественная палата и Совет депутатов Ленинского района. Общая численность Общественной палаты Ленинского района составит 30 человек.